Всем привет! Хочу рассказать, как засыпать соль в посудомойку. Открываем посудомойку, вынимаем нижнюю емкость и откручиваем крышку. Сюда и будем засыпать соль. Не обычную столовую, а специальную для посудомойки. У меня финиш. Берем специальную лейку, она идет в комплекте с посудомойкой. Вставляем в отверстие и засыпаем соль до самого края. Есть два важных момента. Первый. Соль нужно засыпать перед началом мойки, перед началом стирки посуды, так как соль может просыпаться, и если сразу начать мыть посуду, то соль растворится и все. Если же засыпать соль и она останется где-нибудь внутри посудомойки, а стирать посуду мы будем намного позже, то она может попортить посудомойку. И второй немаловажный момент, я хотела уточнить на всякий случай, когда мы открываем крышку, мы видим, что там может стоять вода. И у нас терзают сомнения, как же туда засыпать соль, если там уже находится вода. Не переживайте, ничего страшного нет, засыпаем соль, и вода просто вытесняется.